Jaya Radha Madhavam Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yamunatira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanacharim Yamunatira Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanacharim Jayaratham Madhavam Gopijana Vallabha Girivaradarihim Yashodanandana Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Jayam Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jayo Prabhupad 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 Jaya Srila Prabhupad
Джайо джайо Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джайо Шрила Прабхупад. Джайо джайо Прабхупад, Прабхупад. Прабхупад, Джайо Шрила Прабхупад. Джайо джайо Прабхупад, Прабхупад. Prabhupad Jaya Srila Prabhupad Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, дорогие друзья, итак, мы пытаемся послужить священному Гопала Чампу Его божественной милости, Шрила Джива Госвами Прабхупады. Мы читаем главу 37, «Вхождение в Голоку». Это последняя глава книги. Читаем последнюю часть этой главы. Глава получилась трех частей. Две части мы ранее прочитали. Духе служения священному описанию Ачарья Девы этих игр. Мы продолжим с того места, где остановились. Затем поэты Враджа прославили Кришну в молитвах. Из Нанды, словно молочного океана, Кришна, как луна, зашел долгожданно. Слава его скормила три мира, Кришна во врач вернулся к кумирам. Он всегда перед нашими взорами, гирляндами, украшениями и узорами. О воплощение счастья и красоты, даже асуров ты убивал из любви. Ты разрубаешь оковы материи рабства, у океан милости, премы и постоянства. Ты разрубаешь оковы материи рабства, у океан милости, премы и постоянства. Ты убил путану, ведьму в обличье матери, и освободил ее, сжав в сыновьих объятиях. Ты на землю не шел, дабы ее защитить, и демона Шакату с тринавартой убить. Ты поступаешь согласно своим именам, твои друзья всегда прославляют тебя». Ты притворялся, будто ел землю и глину, и Яшоде явил во рту вселенной картину. Ты изумил Брахму обликами друзей и телят, и масло крал, не признаваясь, что виноват. Завидев маму, ты улепетывал в страхе, ты плакал и требовал молока чуть не до драки. Масло ты похищал и удивлял этим всех, страшась Яшоды сквозь слезы и смех. Ты убегал со всех ног, но она связала тебя. Деревья Арджуна ты повалил неспроста. Два полубога почтили тебя поклонением. Нанда на помощь пришел в великом волнении. Отвязав деревянную ступу от твоей талии, ты прославился, танцуя на головах Кали. С Баларамой убил ты Денуку, Праламбу, взглядом ты оживил, попав и Нанду. Взглядом ты оживил Гопов и Нанду. Ради шутки веселой ты от страха дрожал, Говардхан 7 дней на мизинце держал. Пуджу ему ты утвердил и новую дхарму, и этим прогневал Индру высокопарного. И Шакра наслал ураганный ливень и тучи, но ты искусно защитил всех, могучий. Полубоги и Каматену тебя омывали, теперь ты с Нандой не знаешь печали. Сердце твое плавится от нежной любви в собрании близких, друзей и семьи. Глазам мы своим велим не моргать, дабы твой облик всегда созерцать. Одолев ворону, пленившего твоего отца, ты показал ему могучую силу Творца. Когда явил ты Голоку друзьям-пастухам, веды восхваляли тебя за твои чудеса.
Мощным ударом ты убил Шанкачуду, снял с него самоцвет и явил миру чудо. От Ариш ты-то защитил жителей Враджа, на Вриндаван наводящего ужас однажды. Ты демона Кеши сгубил, сунув руку, в пасть ему причинив острую муку, а Крура позвал тебя Камсу убить, ведь Камса хотел тебя погубить. Ты встретил его и поехал в Матуру, красильщика Камсы убил, злую натуру. Ты украсил себя цветными нарядами, тебя увенчал цветочник гирляндами. Ткача наградил от великой щедрости ты, горб выпрямил кубжи на диво толпы. И умастил себя ее сандаловой пастой, ты был смущен ее желанием страстным. Сломав на жертвенной арене лукшивый, ты Камсы солдат убил в могучем порыве. Перед борцовской ареной слона сокрушил и злого погонщика его умертвил. Вырвал бивень, взвалив его на плечо, ты убил царских борцов и жаждал еще. Смерти Камсы труп его по земле протащил, к Уграсене ты был чрезвычайно учтив. Ты вернул ему трон и правление и исполнил его просьбу с почтением. Затем повстречался со всеми героями Яду и во врач отправил печального Нанду. Ты послушный сын матери и отца, ты получил посвящение от мудреца. Муни и Риши склоняются пред тобою, ты постиг суть писаний умом и душой. Дармашастры ты изучил с Баларамой, забрал раковину у демона Панчаджаны. Погибшего сына вернул вашему гуру и вскоре вернулся в столицу Матуру. Милости твоей удостоился Ямараджа, но сам ты терзался, вспоминая о Врадже. Утава во Вриндаване порадовал всех, вызвав плач у тебя радость и смех. Так успокоил ты сердце свое, с Джарасандой вы бились вдвоем. Но не убил ты его, а позволил бежать, истребив его неисчислимую рать. Семнадцать раз на поле жестокой брани побеждал Джарасанту ты, как и ранее. За эти подвиги ты удостоился славы, и когда погнался за тобой Калаявана, ты убежал от него, словно струсил пещеру, заманив под чары иллюзии, испепелил дотла его царь Мучукунда. Кто еще поступил бы столь мудро? От Джарасандхи ты убежал с Баларамой и в процветании жил Двараке славной. В жены взял Рукмини, потом Сатябаму, в сражении кости намял Джамбавану. Признал он тебя, подарив свою дочь, и Джамбавати стала женой в ту же ночь. Ты источник сладчайших игр в Ямуне. Ты женился на Бхадре в Авантипуре. Укротил 7 быков и взял Нагнаджити. Это принесло тебе славу и радость событий. Царь Мадры отдал тебе дочку Лакшману, ты убил Нараку, сына земли, великана. Ты женился на дочерях царей и богов, о Кришна, не знал ты поражения от врагов. Похитив у Индры дерево Париджата, ты повел себя весьма непредвзято. Ты могущество полубогов превзошел, в битве за Прадюмну победу нашел. Пандава в их царстве ты навестил, и царю Юдхиштхире счастье дарил. Милость твоя выше всех ожиданий, за силу твою и род тебя почитали. Недуг Шишупал и чакры ты излечил, и летающую Соупу в прах обратил. По совету Нарады ты явил жуткий гнев, и напал на слона Данта Вакру, как лев. Ты ответил на поклонение Шиве, и во Врадже теперь ты отныне. Во Врадже ты вновь обрел счастье, и в Раджаваси всех спас от напастей. Хотя тебя влекут чужие нежные взоры, все же ты к взгляду Нанды прикован. Можем ли мы счастье твое описать,
голоса прерываются, и мы не имеем опять. Родители твои после долгого ожидания избавили тебя от усталости и страданий. В сердцах друзей, переполненных премой, ты вызываешь восторг беспредельный. Ничто не сравнится со счастьем твоим, к близким друзьям ты привязан своим. В водах застенчивости ты омываешься, жителям Враджа всегда улыбаешься. Никто не мог понять любви твой недуг, когда во Вриндаван вернулся ты вдруг. Пленить тебя можно только любовью, Врадж доказал это разлукою, болью. Преданных ты думать о себе побуждаешь, играми с ними всегда наслаждаясь. Никто не может сравниться с тобой могуществом, славой и красотой. Ты освободил родную династию от угнетения, зла и несчастья. О, даритель шуток, забав и веселья, источник знания, памяти и забвения. Улыбка и губы твои ослепительны, а глаза, как трясогузки, стремительны. Нос твой очень красив, и белые зубы, подбородок, щеки, брови и алые губы. Шея твоя увешана дивными ожерельями, а сильные руки – золотыми браслетами. Ты предстаешь перед преданными с грудью, украшенной самоцветами. На поясе у тебя колокольчики, на подошвах стрекала погонщика. Ты прибежище богини удачи, и в разлуке с тобой она плачет. Твой пупок – озеро чудное, твои бедра шелком окутаны. Твоя могучая сила неиссякаема, колени твои излучают сияние. Звоном своих золотых украшений ты обучаешь пчел нежному пению. Бубенцы звенят у тебя на стопах, ты заботишься о коровах и пастухах. На флейте ты сладко играешь и о лилах своих вспоминаешь. Ты украшен павлиньими перьями и любишь отдыхать под деревьями. Ты носишь рожок и посох в руке, и красивый тюльпан на голове. В изящной одежде ты предстаешь, гопам и гопе любовь раздаешь. Ты сострадателен падшим душам и к друзьям своим неравнодушен. Ты защищаешь их, с ними ты дружен, родителям своим ты послушен. Счастьем с гопи ты упиваешься, танцами, пением наслаждаешься. Появившись у своих родителей, ты стал пастушков предводителем, ты привязан к своим преданным. Слава, слава о тебе, о враг демонов! Во Врадже живешь ты с друзьями, поклоняемся тебе мы сердцами. Мы не просим никаких богатств у тебя, лишь бы слушать о твоих лилах всегда. О Кришна, своих слуг защити! Счастьем родителей своих одари, играми своих друзей поддержи и дорогих тебе гопи прими. О высшая драгоценность, о жизнь всех существ, мы вновь и вновь молим тебя, являй свои игры во Врадже всегда. Вечером, где не было посторонних, Матуканда, собрание Раты и Кришны сказал: «Все достопримечательности и кунды, которые Кришна открыл, когда тайно пересекал Ямуну, чтобы встретиться с жителями Гокулы во Вриндаване, стали видимы для каждого на Голоке. Когда Радха и другие враджаваси на воздушном корабле прилетели на Голоку, они смутились и пребывали в растерянности». Чтобы привести их в естественное блаженное состояние, Кришна с желанием прежних игр, которые он тайно явил счастливой ночью, показал все эти лилы. Кришна сказал, обращаясь к Радхе и Гопи: «В драгоценном лотосе Гокулы расположен город моего отца. Там есть безупречный дворец, в котором мы в образе Лакшми которым вы в образе Лакшми наслаждаетесь со мной играми, незримыми для других.
Богатство Вриндавана предстает как на картинке. Пчелы и другие создания живут там. Вдоволь упиваясь этим богатством, так оно и есть. Твои глаза уподобились пчелам, которые жадно взирают нам. Твои глаза уподобились пчелам, которые жадно взирают на это место. Ах, эти богатства заставляют меня думать о Вриндаване. Выслушав его, гопи сказали: «О принц Гокулы, мы хотим в этом искусственном месте, где слышны приятные звуки, насладиться играми. Миллионы нас доставят тебе блаженство, но нам кажется, что это место не столь привлекательно, поэтому мы просим тебя найти другое место для исполнения наших желаний». Кришна улыбнулся и без усилий создал пространство из драгоценных камней, а затем сказал: «Давайте спустимся по лестнице, нижнюю часть, освещенную бриллиантами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Там вы увидите безупречную обитель. Узрите этот город с бесчисленными богатствами, где драгоценные камни сияют, как луна и солнце, где невиданная красота, где все предназначено для наших игр и нет никаких страданий. Он глубок, как Патала. Он сделан из солнечных и лунных камней. Благоухание просвечивается сквозь оконные решетки. Здесь есть маленькое озеро, есть птицы, звери и деревья, как настоящие во Вриндаване. Мое богатство в самом центре этого города, а ваши обители находятся вокруг него». Увидев все это, гопи не почувствовали счастья Вриндавана и сказали: «Ты восхищаешь нас своим искусством, хотя это счастье сверх нашего восприятия. Мы считаем эти драгоценные дворцы ниже по сравнению с Вриндаваном. Мы не хотим этого богатства, мы хотели бы оказаться в лесу деревьев желаний. Мы хотим попасть в лес, где сможем насладиться играми, как прежде». Отказавшись от собственного желания, Кришна тогда рассказал гопи о прекрасных лесах, исполненных счастья, где есть домики, благоухающие чудесным ароматом, расположенные на лепестке лотоса, и где нет тысяч драгоценных ворот и стен. Кришна объяснил, что все сады полны премы. Он показал беседки, деревья и укромные драгоценные домики, а также озера с хрустальными берегами и вьющимися лианами. Кришна сказал: «Нет разницы между цветочными садами и драгоценными домиками. О Саки, я знаю, что говорю. Прежде вы были в лесу Вриндавана. На Голоке вы мои жены, живущие в моих дворцах. Об этом неизвестно в материальном мире, но между Гокулой и Голокой нет разницы. Суть всего богатства Вриндавана в этих садах. В них живут все лакшми, ваши образы, женщины Враджа. И эти сады разделены на разные области для каждой гопи. Как вся красота лакшми присутствует в вас, так и все эти сады – экспансии Вриндавана. Видя их желание пойти в уединенное место, когда он проявил места для игр на Ямуне и Говардхане, Кришна показал их в скрытом виде. Затем он описал их: «Взгляните на Вриндаван, Говардхан, на Ямуну и дивную поляну для танца раса, запредельную человеческому воображению. Ничто не может сравниться с ней. Какие богатства невозможны для трансцендентной обители? Какое бы чудо ни появлялось в играх, оно кажется новым. Посмотрите на зверей в этих лесах. Пчелы проникают в бутоны цветов и жужжа упиваются медом. Так они перелетают с цветка на цветок. Кукушки поют, пьют мед и заставляют дрожать умы женщин, чьи мужа не с ними.
Птицы порхают вокруг и наслаждаются вкусом спелых плодов. Они строят гнезда и тщательно укрепляют их. Их птенцы вдыхают аромат цветов и нежно щебечут. Они прожорливы и суетливы. Одни из них клюют листья и прыгают с ветки на ветку. Павлины, завидев темную тучу, танцуют, кричат и гордо расхаживают по лесу. Олени гуляют повсюду, резвятся, жуют побеги и листья, и кажется, что они заняты делом. Звери играют, пасутся, ссорятся, спят и переходят с места на место. Затем Кришна со слезами на глазах стал описывать примечательности леса. «О, реки, горы, деревья! Как поживаете? Все ли у вас в порядке? Все ли у вас хорошо? О, пчелы, лани, павлины, кукушки, счастливы ли вы?» Рата и Кришна после долгой разлуки, исполненной любви, спрашивают о вашем благополучии. Повстречав лесных обитателей, Кришна сказал Радхе: «Для нашего удовольствия нам нужно создать две кунды, из-за разлуки, причиной которой послужил Камса, они не использовались. О, Радха! Эти две кунды, сияя своими водами на пике Говардхана, подобно двум драгоценным камням, приносят мне счастье. С самого начала я думаю только об играх во Вриндаване, на Ямуне, в Бандираване и на твоей кунде, и не хочу помнить ни о чем другом. С самого начала я думаю только об играх во Вриндаване, на Ямуне, в Бандираване и на твоей кунде, и не хочу помнить ни о чем другом. Я помню о наших развлечениях, все те переживания, что дарили радость нашим сердцам и облегчали наши страдания во время невыносимой разлуки, Ох, мой ум полон желаний вкусить тех услад, о Сакхи! Сладость наших игр причиняла боль нашим сердцам и питала их в долгой разлуке. Как корень питает ствол дерева и ветви, все прошлые игры в Пурвараге питают сладость игр своей расой. Вспоминая наши с тобой песни, которые мы пели вместе с моими Сакхи, я вижу их перед собой и вновь переживаю прему. О, Радха! Приведи в эту рощу своих Сакхи, соберите все необходимое для игр, создайте расу и наслаждайтесь моей премой. Ты превосходишь всех, я жажду твоей любви. О, Радха, приведи в эту рощу своих Сакхи, соберите все необходимое для игр. Создайте расу и наслаждайтесь моей премой. Ты превосходишь всех, я жажду твоей любви. Пробуди в Радхе желание этими речами, предвкушая сокровенные игры, Кришна провел волнение всю ночь. Для начала Кришна собрал всех Сакхи вместе во главе с Радхой, затем посадил ее к себе на колени и проявил поляну танца раса, сверкающую драгоценными камнями и золотом. Как полная луна сияет со звездами, поляна безупречно сияла цветочными рощами. Как дерево тамала и золотистые лианы качаются на ветру, так и Кришна и гопи раскачивались в красивом танце. Другую ночь, когда Радха исполнила желание Кришны, Кришна устроил танец раса со всеми гопи в лесу на берегу Ямуны, где звучали звонкие переливы цимбал, сладкие звуки флейт, вин и мриданг. Радха и Кришна танцевали в самом центре, распространив себя в несколько форм. Кришна также одновременно танцевал со всеми гопи в кругу танца раса. Поляна освещала собственным сиянием, подобно луне. Ямуна своим безупречным блистанием напоминала поляну.
Лотосаоки Рата и ее бесчисленные саки вместе с Кришной, танцуя, напоминали реку. Они танцевали, пели вместе с ними, танцевали их ножные и поясные колокольчики, их руки, бедра, глаза, брови и ладони, отбивающие ритм. Хотя кто-то может сказать, что гопи соединились с Кришной руками и глазами, но они приняли Кришну глазами и сердцем. Кришна пел и танцевал, звеня ножными колокольчиками. Его уши и глаза вошли в общую тональность всех гопи. Полюбуйтесь танцем раса. Среди бесчисленных игр Кришны и гопи каждая пара блистала индивидуальностью и была созвучна всем танцующим группам. Когда Кришна танцевал, гопи подражали его импровизациям, танцуя с пламенными взорами. Когда гопи насильно заставили выйти замуж за пастухов, они не обрели своего вечного супруга Кришну, как своего любовника, и хранили дарму целомудрия, обманутые маическими образами. Но они лично встретились с Кришной. Затем они разлучились, когда Кришна уехал в Матуру, однако теперь они обрели его своим супругом и танцевали с ним совершенно счастливые. Лалита и другие гопи танцевали на лепестках лотоса поляны танца раса. А Радха в самом центре. Все гопи были согласны с этим. Я объясню еще кое-что. Исполненная радости Радха проявилась в сердце Кришны, а также вовне. То, что мы объясняли намеками, сейчас мы раскроем без всяких утаек. Хотя миллионы гопи могли занять глаза, слух, обоняние, касание, язык Кришны, я скажу, не скрывая, Радха была главным объектом всех мыслей Кришны. Радха, пребывая на лотосе сердца Кришны, напоминает золотую лиану, и с любовью к Кришне плавит мое сердце. Хотя тысячи гопи служат Кришне, Радха очаровывает Кришну своим служением и изумляет всех своих подруг. Радха, пребывая на лотосе сердца Кришны, напоминает золотую лиану, и любовью к Кришне плавит мое сердце. Хотя тысячи гопи служат Кришне, Радха очаровывает Кришну своим служением и изумляет всех своих подруг. На восьмилепестковом лотосе в домике из Чинтамани, среди лиановых рощ, сияя, как драгоценные камни, Радха, окруженная Пранасаки, сидит на коленях Кришны с поднявшимися волосками на теле и с выступившей испариной. Ах! При виде Кришны и Радхи я потею, дрожу, и слезы брызжут из моих глаз. Мой голос давило, а ум и тело оцепенели, я теряю сознание. Утратив власть над собой и глядя на своего брата Матуканта, застыл объятый премой. Как одержимый он забылся на целую мухурту, но не только он, а также его брат был захвачен премой, и, на удивление, все собрание вместе с Кришной тоже лишилось чувств, слушая их повествование. Как одержимый он забылся на целую мухурту, но не только он, а также его брат был захвачен премой, и, на удивление, все собрание вместе с Кришной тоже лишилось чувств, слушая их повествование. Спустя мухурту все они вернулись в сознание и наградили двух рассказчиков щедрыми дарами. Близкие друзья Кришны Субала и Арджуна обняли рассказчиков.
Радха и Йосакхи одарили их благосклонными взглядами. Кришна вместе с Радхой благословил их прикосновением своих лотосных стоп. Они достойно были вознаграждены. Близкие друзья Кришны, Субала и Арджуна, обняли рассказчиков. Радха и Йосакхи одарили их благосклонными взглядами. Кришна вместе с Радхой благословил их прикосновением своих лотосных стоп. Они достойно были вознаграждены. Когда их спросили об их желании, два мудрых рассказчика ответили: «По вашей милости мы обрели благословение находиться у ваших лотосных стоп. О, Радха и Кришна, мы хотим описывать ваши игры». И тут женщины-поэты в дружеском настроении к Радхе вознесли молитвы, вспоминая события, упомянутые в первой чампу. О, Радха, о, Радха, о, дочь Вришабхану! Лакшми тебе служит с усердием Ряна. Среди жителей Враджа ты в совершенстве. Кришну одариваешь высшим блаженством. Вришабхану твое чудо рождения, хотя он был счастлив, заронило сомнение. Дивные знаки увидел он на ладонях твоих, изумили они Киртиду и всех остальных. Тебе не пускали из дому на обозрение всех. Детскими играми ты вызывала веселье и смех. Тебя покрывала пыль вместо одежды, и ты всегда подавала большие надежды. Вся в пыли ты шла на призывы подруг, но брат не пускал тебя в их детский круг. Мать кормила тебя грудным молоком и укладывала спать, укрывая платком. Хотя о Кришне ты никогда не слыхала, твой облик светился любовью к Гопалу, пение флейты тебя покорило сполна, и ты захотела замуж за того пастушка. Ты молчала, ты была под опекой отца, только ветер до тебя доносил от крыльца благоухание Кришны. Для его удовольствия ты украшала себя зову сердца, покорствуя. Слушая о Кришне, ты развила привязанность, в сердце не ведала иную обязанность и просила отца, чтобы выйти за Кришну, чье тело цветом, как у Господа Вишну. Злых царей хотел усмирить Васудева, и Гарга заставил по его же совету тебя выйти замуж за другого мужчину, зная, что Кришна уйдет на чужбину. Твое юное тело еще не развелось в любви, поэтому в дом свекрови тебя отвели. Но в тебе уже жила привязанность к Кришне, распуская сердце твоим цветом пышным. Твои уши были проколоты, а кудри черны, нос твой красивый, украшен жемчужиной, твоя сладость приносит высочайшее счастье, а имя твое славит твою семью и династию. Ты страдала, что выдали тебя за другого, Кришну тоже снедали боль и тревога. Твои опечаленные подруги утешали тебя, не понимая дальновидных слов мудреца. Муни и Риши, как Лакшми, тебя почитали, в семье твоей родиться все Лакшми мечтали. Они мечтали о Кришне и были в отчаянии, но, слушая твои речи, избавились от печали. С самого детства красотой и добродетелями всю вселенную ты очаровала и благодетелю. Твои родители беспокоились о твоей красоте, но с Кришной сразу же боль
утихала в тебе. Много раз Кришне взглядом и ты поклонялась, глядя тайком на него, и быстро смущалась. Утром ты ходила кругами, чтобы увидеть его, и мечтала взглянуть хотя бы мельком на него. Звуками флейты твое сердце он завлекал, и думать только о нем вдохновлял. Ты жаждала Кришну, и он жаждал тебя. Вечером гнал он коровы, сиял, как луна. Чтобы увидеть его, ты шла с Саки дворами, объятая премой, его поглощала глазами. И он сгорал от любви, был полон тобой, увидев тебя, он терял власть над собой. Встречая его, ты ликовала от счастья, когда он приходил, даже в ненастье. Твои родные держали тебя в заперти, и ты страдала, не способная даже уйти. Страдания и муки твои не кончались, и в доме мужа твоего продолжались. Ты строгую дарму нарушишь боялась, ты строгую дарму нарушить боялась, и в озере покончить с собой отказалась. Когда ты отправилась к озеру Кали, твои надежды повисли в воздухе и растаяли. Ты думала о Кришне, чуть ли не утонула за любовь твою, спасла тебя только Ямуна. Добрыми словами Парунамаси утешала тебя, и боль благословениями устранила, любя. Саки домой тебя увели, и ты испугалась, что в цепкие руки свекрови попалась. В жестокой разлуке твое тело иссохло, без Кришны оставалось лишь плакать да охать. Все гопи томились в таком положении, сияние твое померкло от боли, сражения. Чтобы привлечь тебя, поглощенную анурагой, Кришна заиграл на флейте сладчайшую рагу. Даже в доме мужа всегда целомудренно ты думала о своем вечном возлюбленном. Когда Кришна твердо засел в твоем сердце, тебе показалось, что муки любви горче перца. Твои игры с Кришной всегда удивительны. И для людей они вечно пленительны. Слушая его флейту, ты теряешь сознание, и незаметно угасает в тебе жизни желание. Когда ты не можешь встретиться с ним, ты увядаешь от разлуки с любимым твоим. Твои близкие саки пришли к тебе в дом, и вновь ты воспрянула в разговорах о нем. Перед встречей с ним ты воссияла, как океан, и была готова на все, даже пойти на обман. Когда Кришна явился, сверкая, как туча, склонился к стопам твоим, он могучий. И страх устранил твои, пройдя лес и тропы, украсив. И страх устранил твой, пройдя лес и тропы, украсив с груди твоей кункумой свои стопы. Той кункумой умастили себя девы Пулинди, среди гопи твоя анурага была удивительной. Ты встретила с Кришной при свете луны ночью осенней, когда благоухали цветы. Кришна сиял красотой и был полон любви. Саки ты пережила блаженство в те дни. Шутки его и равнодушие напугали тебя, но, однако, от счастья ты запела тогда. Он обнял тебя у Ямуны на ночном берегу, затем развлекаться ты с ним отказала ему. Ведь он относился равно ко всем юным гопи, ты безразличной стала и скрылась в тревоге. Когда нет подруг, ты с Кришной наедине, от его грубых слов гнев клокочет тебе. Тогда Кришна расстраивает и уходит, и ты с супругами вместе рыдаешь от горя. Вы долго искали его, но нигде не нашли, ведь Кришна в лесной скрывался глуши. К берегу Ямуны ты направилась смело, жаждая встречи с ним, ты нежно запела.
И он пришел, наконец, поклонялся тебе, побудив тебя возгордиться редкой судьбе. Твой смех и забавы рождали в нем радость, ты играла в воде с ним и снимала усталость. На берегу Ямуны ты смотрела на Кришну с любовью, что расцвела в тебе пышно. Идя домой, тебя переполняла боль и любовь. Ты не стыдилась желания встречи с ним вновь. О, Радха! Слава твоя затмевает всех его жен. Весь мир сладостью лил, твоих поражен. Но так как Кришне ты сердце свое отдала, тебе неизвестны слава лил твоих и хвала. Ты искусно в играх и несешь благо всем, иногда ты с Кришной, а подчас не совсем. Богиня Амбике в нарядах ты поклонялась, и праздником Холи с ним наслаждалась. Из гордости ты отвергла, о златокожая Радха, самоцвет Шанкачуды, сраженного в схватке. Когда коров Кришна пасты пела о силе любви, когда он убил Вришасуру, ты шутила над ним. Ты доставила ему радость, создав свою кунду, ты была счастлива на Говардхане с Мукундой. Своими словами Кришна тебя заставил сиять, а когда внезапно уехал, в разлуке рыдать. Он новости слал, ты сердилась на Утаву и спорила со шмелем, как безрассудная, в разлуке безумия, с Кришной осуждая и споря, ты ощутила счастье после пережитого горя. Из-за трудностей ты испытала острую боль, но послание Кришны тебе вернуло покой. Ты из дома ушла, мучимая долгой разлукой. Кришна мечтал, чтоб ты его стала супругой. Ты была счастлива, ты верила свято. Он вернется, и вновь вы будете рядом. Ты была счастлива, ты верила свято, он вернется, и вновь вы будете рядом. Ты живешь только ради счастья его, на Курукшетре приехала ты ради него. Ты ждала его, Кришна вернулся к Гокулу, вы повстречались, проклиная разлуку. Ты была верна ему, несмотря на замужество, на так называемое сапиманию супружества. Пастухи женились на двойниках юных гопи, сотворенных Паурнамаси, чтобы не было скорби. Ты вышла замуж за Кришну, и все позади. Никто не равен тебе в самозабвенной любви. Достоинствами всех гопи ты превосходишь, и женщин с премой Вринду и Саки находишь. Достоинствами всех гопи ты превосходишь, из женщин с премой Вринду и Саки находишь. Они самые близкие твои доверенные подруги. Ты сияешь улыбкой, уйдя к Кришне в супруги. Твои игры изумительны и прекрасны, твои усилия не бывают напрасными. Твой дом полон веселья и сладости, ты сердце Нанды наполнила радостью. Кришну ты восхищаешь всем в полной мере, ты с Кришной ссоришься под влиянием премы. Ты любишь прятаться на Говардхане в пещере и подчиняешь Кришну любовью бесценной. О Радха, о высшая покровительница, Кришна вернулся и нет разлуки для вас. О Кришна, премы хранительница! О Радха, какое счастье для нас! О Радха, о высшая покровительница,
Кришна вернулся, и нет разлуки для вас. О Кришна, премы хранительница, о Радха, какое счастье для нас! После этих молитв два брата, искусные рассказчики, счастливые от описания игр Радхи и Кришны, выразили всем почтение, получили их благословение и направились домой, заливая дорогу слезами. Их друзья, чрезвычайно счастливые, тоже вернулись домой. А радостные Сакхи обмахивали чамарами Радху и Кришну, которые от сладости повествования своих прежних игр погрузились в блаженство, сидя на цветочном ложе. Что еще мне сказать? Их игры, подобно жемчужному ожерелью, продолжаются в сердцах их подруг. Что еще мне сказать? Их игры, подобно жемчужному ожерелью, продолжаются в сердцах их подруг. Когда Радха и Кришна находились далеко друг от друга, они переживали разлуку, и этот период казался им сном. Когда Сакхи шутили, Радха и Кришна видели друг друга в своем сердце. Радха и Кришна преодолели бесконечные препятствия и в конце скрепили супружеский союз. Что же странного в том, что они наслаждаются в уединенном месте? Преодолев все препятствия, чита обрела счастье и со слезами на глазах в уединении любовались друг другом, когда один из них спал. Вытирая слезы, они целовали друг друга в щеки, сплетаясь в счастье сердцами. Чита обрела счастье и со слезами на глазах в уединении любовались друг другом, когда один из них спал. Вытирая слезы, они целовали друг друга в щеки, сплетаясь в счастье сердцами. Так заканчивается вторая чампу. Этот безупречный труд, словно нектар, излился из сердца на благо людей всего мира. Благодаря этому произведению, описывающему блаженство союза Радхи и Кришны, автор испытал великое удовлетворение и неземное счастье. После этих молитв два брата, искусные рассказчики, счастливые от описания игр Радхи и Кришны, выразили всем почтение, получили их благословение и направились домой, заливая дорогу слезами. Их друзья, чрезвычайно счастливые, тоже вернулись домой, а радостные Сакхи обмахивали чамарами Радху и Кришну, которые от сладости повествования своих прежних игр погрузились в блаженство, сидя на цветочном ложе. Что еще мне сказать? Их игры, подобно жемчужному ожерелью, продолжаются в сердцах их подруг. Когда Радха и Кришна находились далеко друг от друга, они переживали разлуку, и этот период казался им сном. Когда Сакхи шутили, Радха и Кришна видели друг друга в своем сердце. Радха и Кришна преодолели бесконечные препятствия и в конце скрепили супружеский союз. Что же странного в том, что они наслаждались в уединенном месте? Преодолев все препятствия, чита обрела счастье и со слезами на глазах в уединении любовались друг другом, когда один из них спал. Вытирая слезы, они целовали друг друга в щеки, сплетаясь в счастье сердцами.
Так заканчивается вторая чампу. Этот безупречный труд, словно нектар, излился из сердца на благо людей всего мира. Благодаря этому произведению, описывающему блаженство союза Радхи и Кришны, автор испытал великое удовлетворение и неземное счастье. Эта книга поможет всем, кто желает лицезреть врач и достичь Голоки. Эта книга поможет всем, кто желает лицезреть врач и достичь Голоки. Я хочу каждый день видеть жителей Враджа, обители Кришны, пчел, птиц, оленей, коров, брахманов, кшатриев, вайшев, ремесленников, слуг, младших братьев, друзей, Балараму, матерей, отцов, гопи и жемчужину среди женщин, Радху. Когда же я смогу увидеть их? О Кришна, о Чайтанья, о Рупа и Санатана, о Гупала, о Рагунатха, о Валапа, достигший Враджа, защитите меня. В 1649 году Самват, 1592 Дживан написал эту чампу во Вриндаване в месяц Вайшакха. По бенгальскому календарю в 1514 году, несмотря на мое падшее состояние, я описал полную расу всех игр. Несмотря на мое падшее состояние, я описал полную расу всех игр. Среди этих игр каждый может выбрать любую по внутреннему настроению и в медитации поклоняться Господу. Кришна, словно искусный повар для наслаждения расика бхакты, постоянно являет полную расу лил. Расика, наслаждаясь этими играми, черпает глубокое удовлетворение в этих бездонных вкусах. Брахма в своих молитвах говорит об этих вкусах в Бхагаватам 10.14.37. «О мой повелитель, не имея ничего общего с материальной жизнью, ты тем не менее приходишь на землю и живешь, как обычный человек, чтобы дать возможность предавшимся тебе душам почувствовать всю глубину чистой любви». Относительно источника расы я должен признать следующее. Шукадева Госвами упомянул некоторых гопи лишь вскользь. Мое сердце трепещет, ведь я раскрыл имена этих гопи в сокровенных играх. Я был очень смел в описании расы. Сие безрассудство ставит в неудобное положение Кришну и гопи. Если мудрые люди прочитают эту книгу, они проникнутся страхом и, возможно, будут льстить мне. В этом труде, изобилующем расой, я явил безрассудство, ах, несчастье! Благонравных женщин сей труд приведет в смятение. Но им не нужно смущаться. С молитвами к великим поэтам для обретения разума автор Джива Госвами просто служит Господу в уединенном месте на благо всего мира. Потрясающий бриллиант среди трудов Ачарья Дева Шрила Джива Госвами Прабхупады. Священная Гопала Чампу Киджайхо. Его божественная милость Ачарья Дева Шрила Джива Госвами Прабхупада Киджайхо. Всем нашей Ачарья Парампари, включая и начиная с шести Госвами Киджайхо, Шрила Прабхупада Киджайхо. Всем
слушающим, читающим, восторгающимся священным Гопала Чампуки Джайгор. Всем переводчикам, издающим, печатающим книгу и распространяющим Гопала Чампу священную Киджайго. Вся слава всем им. Всем, кто раньше слушал или читал, или думал о Гопала Чампу священной, и всем, кто сейчас это делает, служит Гопала Чампу, и всем, кто в будущем будет служить этой книге, слушать, воспевать, восторгаться, думать и предаваться Киджайго, вся слава им всем. О, дорогие вайшнавы, о, дорогие вайшнавачари, пожалуйста, примите мои искренние, смиренные дандаваты, поклоны бесконечные ваших, к вашим лотосным стопам, пыли ваших лотосных стоп. Спасибо большое за эту возможность служить непередаваемому сладкому описанию игр Господа Шри Кришны во Вриндаване. Это очень-очень большая удача иметь такое преднаслужение, служить священному писанию, как Гопала Чампу. Пусть я вновь и вновь буду слушать, думать, воспевать и читать, и служить этому Писанию, и никогда не забывать, ни на миг. Это мое единственное желание. Ради удовольствия Его Божественной милости Шрила Джива Госвами Прабхупады и всех в Раджаваси. И дай Гора Преманандэ. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы каждый обрел и вечно был своей преме, своей расе, которая присуща ему самому, и был всегда блаженным, удовлетворенным в духовном бытии, любовном служении Кришне. Спасибо большое. Ачарья Дева.